издевайся, что ли? Молчан, говори быстро. Так что? Ну, свои ощущения, быстро говори. Ну, я думаю, что все получилось. Вот. Ну, и вас, всех, да. Тулик. Галчонок, привет. Привет. Никому не хотелось. Надо выстраивать финал, чтобы... Здорово, Олег. С гордостью. Привет. Ты снимаешь? Все. Да. Ну, он хотел тебе принести кассету. Какую? Я тебя поздравляю. Спасибо. Хотя теперь узнала, кто ты есть. Так вот, видите? Саша, скрывать так тщетно. Поздравляю тебя. Я желаю, чтобы это было хоть юбилей, но начало. И... Каждый год желательно. Сцена, чтобы... Там добрую традицию. Да, она даже добрая традиция. Как мне понравилось на 8 марта. Больше, чем... Молчан, я не знала, я просто не знала, что... Ну вот видишь, я и туда, и сюда могу. Ну, в общем, ты это... Как я тебе уже говорил, ты талантливая бездарность. Слов нет, что еще можно сказать. Вот еще бы звук тебя не подвел. Скажите, думаю... Виктор Николаевич, а вас, например, не шокировала вот песня про сексуальное меньшинство? А я и не понял, что это про сексуальное меньшинство. Да? Я, кстати, я не знаю просто значение слова гомосексуалист. Вот ну, я вам потом поподробнее расскажу. Это что-то строительное, да? Да, совершенно верно. Ну, вот, но вы, как я понимаю, не настоящий сталевар, да? Я? Нет, абсолютно. Я так и подумал. Скажите, а какая песня вам больше всего запомнилась? Ну, больше всего мне запомнилась песня «Калипсо». Но дело в том, что она очень такая действенная. Вот. Но я думаю, что ее могли бы запретить любители как бы животных, понимаете? Потому что бросаться черепахами, тем более в женский род, то есть здесь и, ну, как они называются, женщины-то. Феминисты. Да, здесь феминисты могут выступить против. Пацифисты, зеленые могут быть. Потом люди, которые борются с наркотиками, со СПИДом. В общем, вот такая вот история. Ну, а что бы вам хотелось пожелать, Александр Николаевич? Саша, я хочу вам пожелать, чтобы вы в первую очередь были осознанны. Потому что иногда ваш маленький ум начинает бегать туда-сюда, и происходят такие вещи, вы как бы заговариваетесь, да? Что живите в настоящем моменте. Спасибо, Виктор Николаевич. Пожалуйста. За обстоятельную беседу. Пожалуйста. Значит, меня зовут Валерий Владимирович Караваев. Я, ну, я без ложной скромности скажу, что я на данный момент самый квалифицированный музыкальный критик в городе Хабаровске, в частности. Ну и меня в Москве тоже хорошо знают, так что... Ну все, достаточно говорить уже, все понятно. Ну, да, вот я слышал, кстати, когда вы смотрели... Валерий Владимирович, извините, что... Значит, да, пожалуйста. Прервалось наше местоположение. Вы извините, пожалуйста. Да все ясно. В общем, у меня батарея очень кончилась. Это очень так, хорошо. Так вот, я хотел задать вопрос. Да, пожалуйста. Когда я снимал как бы сам концерт, вы находились рядом с нами, я услышал у вас такую фразу, такая мелькнула. Слишком много нот, вы сказали. Вы не могли бы как-нибудь развернуть? Прокомментировать, да, это, эти слова? Ну, как бы, понимаете, дело в том, что это цитаты, это, ну, я как бы не придумал, да. То есть я более оригинальный, как бы, тексты изобретаю, сочиняю. Ну, в данном случае просто процитировал, потому что... Погодите, что-то тряхануло, стойте! Еще, пожалуйста. Вы как-то изменились? Я? Да что вы. Нет, просто я, когда начинаю серьезные вещи говорить, я... Понимаю, совсем другой облик. Это дело в том, что природа, понимаете... Ну, я не буду сейчас распространяться так по поводу... Вернемся к нотам. Да, по поводу проблемы самоидентификации. Mm-hmm. Это в данном случае
лишняя будет информация загружать интеллект нашего дорогого зрителя. Я сейчас перебиваю. Да, пожалуйста. Получается, я как бы свысока, и мне очень неудобно. Давайте как бы немножко будем на одном уровне. Да нет, что вы, для меня это не так проблематично. Не так важно, да? Потому что, да, потому что это лишние люди из кадра. Я потому что настолько как бы на такой высоте нахожусь, понимание того, что я, о чем я говорю. Паша, что... будь добр. Подними, пожалуйста, Паша. Это... Ну, спасибо, в принципе, вы как бы развернули тему, да? Да, вот по поводу слишком большого количества нот. Угу. Ну, не то, чтобы было бы их там слишком большое количество или слишком много, как я не точно выразился. Скорее даже нот в некоторых местах не хватало, прямо скажем. Угу. Вот хотелось бы еще... А в каком, в хорошем или в плохом смысле? В хорошем. Не хватало, и правильно не хватало. Потому что, как сами понимаете, в настоящем произведении искусства нет ничего лишнего. У Александра Молчанова нет ничего лишнего. Это замечательный автор. Так, композитор. Ну хорошо, вы как бы ответите. А вот давайте сейчас перейдем, как известно, что, в принципе, музыка стоит из двух половинок. Это музыка, да, то есть песня, да, стоит из двух половинок. Музыка и текст, сам текст, да. Давайте перейдем к тексту. Вот вы знаете, вот мне закрались сомнения по поводу, вот, например, русский Василек, да. Там что-то были какие-то слова, что там стебелек, короче говоря, пестик, тычинка, да. Вы не находите в этом какой-то эротический, сексуальный момент? Молодой человек, ну не нужно понимать так все буквально прямо. Потому что, ну, какие-то аллюзии на мотивы теории Фрейда, конечно, тут присутствуют, но это не самое важное. Самое важное – это метафоричность самого текста, который, может быть, в каком-то смысле направляет нашу мысль. Ну, так вот, давайте продолжим все-таки. Давайте, пожалуйста. Причем я решил так, что лучше все-таки, как бы, в кадре буду я, а говорить будете вы. Я думаю, так будет более прилично выглядеть. Да, это просто надоело, моя харя. Поэтому можно немножко поменять. Ну, продолжим. Задавайте вопрос, я буду отвечать. Вопрос такой. Быть или не быть, я думаю, это... Нет, у меня вопрос такой. Как вы думаете, уродится в этом году картофель? Я думаю, что это имеет прямое отношение к сегодняшнему, так сказать, концерту. Ну, я думаю, картошка уродится. Не, понимаете? Потому что те вибрации, флюиды, которые распространяет этот концерт на весь край, в том числе на город Хабаровск, он, скажется, будет приятный для аграрной ситуации в стране. Василия, то ли что? Так, кстати, о колбасе. Где-то я тут видел колбасу. А, вот она, колбаса. Это большая глубина проникновения в политическую ситуацию в нашей стране, в частности, на проблему нашего отношения со странами ближнего зарубежья. А вот еще такой вопрос. Вот как вы думаете? Думаю. Вы думаете, думаю, да? Я абсолютно в этом вы уверен. Вот как вы думаете? Опять же, извините за тавтологию. Ну, да, пожалуйста. Вам вот, простите. Да, спасибо. Вот, например, такой аспект. В аспекте постели вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? В аспекте постели? Да. Когда я буду в постели, я скажу об этом аспекте. А сейчас вы как бы не хотите, да? Тогда давайте к такому животрепещущему вопросу. Я думаю, последний вопрос, потому что я утомлен уже. Хорошо. Долгими разговорами. Ну, вы, может быть, в конце концов, это может даже не вопрос, а пожелание. Какие-то теплые слова скажете. Да, теплые. В адрес Александра Ильича. Ну, батарея. Солнце. Солнышко светит, птички поют. А он никуда не идет. Да. То есть он никуда уже не идет. А вот и он сам. Вот и я. Я думаю, что мы должны запечатлеть 2 метра Александра Молчанова и Валерия Владимировича. Давайте. Ваши аплодисменты, я не слышу. Ура! Сашенька, дорогой Сашенька. Да. Я как самый квалифицированный музыкальный критик должен вам признаться. Такой музыки я еще не слышал, честное слово. Серьезно, что ли? Потрясающе. А теперь поближе друг к другу, улыбочка и делаем стоп-кадр.